Радхамадхава Кунджа Бихари Джай Радхамадхава Кунджа Бихари Джайо Гопи Джана Валаба Джайо Гиривара Дхари Джайо Гиривара Дхари Гопи Джана Валаба Джайо Jaya Gopi Janava Baba Jaya Giri Varadhari Jaya Giri Varadhari Yashoda Nandana Braja Janaranjanaya Yashoda Nandana Braja Janaranjanaya Yamunati Ravanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Kunja Bihari Yashoda Nandana Braja Janaranjanaya Yashoda Nandana Braja Janaranjanaya Yamunati Ravanachari Dayo Kunja Bihari Dayo Kunja Bihari Dayo Radha Madhava Kunja Bihari Dayo
Jai Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Baladev, Jaya Subhadra. Gauranitai, 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 Gauranitai. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Shiva Prabhupada. Shiva Prabhupada ki jai, Sankirtana yagi ki jai. Слава всем собравшимся преданным. Hare Krishna. Рады всех приветствовать, кто смог выделить свое драгоценное время на то, чтобы слушать о славе Верховной Личности Бога, прославлять и помнить о Господе, несмотря на то, что есть много чего, что можно прославлять, помнить и слушать. Но все здесь для того, чтобы порадовать Господа своим присутствием, и поэтому мы выражаем почтение всем, кто таким образом идет к совершенству. Сегодня мы почитаем Бхагавад-гиту, 12 главу, 9 стих, преданное служение глава называется. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом агьяна римирандасья агьянанджана шалакая чакшурун литам яна тасмай ши гураве нама ши читанья манопиштам стапитам яна бутале своям рупакдам агьям дати свабдантикам хе Кришна каруна синху дина банду джагатпате гопиша гопика канта рада канта намостуте тапта канчана гауранге раде вриндаванешвари Ришабхам Сута Деви Пранамами Хари Прие Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Дадхара Шива Сади Гоура Бхакта Вринда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари Ванча Калпатрабиша Крипа Сингху Вейвача Патитана Паванам Вивайшнава Пьянама Намхам
Мы выражаем свое почтение всем вайшнавам, преданным слугам Господа, которые являются деревьями желаний. Если у вас есть желание, подходите к вайшнаву и заказывайте. Вайшнавы – это деревья желаний. И также они океан милосердия. То есть не лужица, не ложечка, не ведерочка, океан милосердия. Поэтому выражаем им почтение. По милости вайшнавов мы можем обрести милость Кришны. По милости Кришны мы обретаем вайшнаву. По милости вайшнавам мы можем обрести Кришну. Итак, текст 9. Адхачитам самадхатум нахшакноти мая стхирам абьяса йогина тато мам ичхаптум дхананджая. У Арджуна, завоеватель богатств, если же ты не можешь держать свой ум постоянно сосредоточенным на мне, то следуй правилам и предписаниям бхакти-йоги. Так ты разовьешь в себе желание достичь меня. И мы все знаем, что цель любой религиозной практики – это научить живое существо постоянно помнить о Боге. Постоянно. Никогда не забывать. Любая религия вам это скажет. Помните о Боге. Никогда не забывайте. И Кришна до этого тоже говорит. Помни обо мне постоянно. Ты будешь жить во мне. То есть будешь жить уже в духовном мире, если будешь помнить о мне постоянно. Обо мне постоянно. Но, естественно, мы знаем, это не так просто. Поэтому Кришна говорит, если не можешь. И тут очень замечательное... Как он называет Арджун? Завоеватель богатств. Что такое богатство? Настоящее богатство для живого существа. Это преданность Всевышнему. Постоянно помнить Бога. Поэтому он говорит, ты завоеватель богатств. Ты сможешь завоевать это богатство. Комментарий. В данном стихе, в данном стихе речь идет о двух формах бхакти-йоги. Первая занимается тем, кто развил духовную привязанность и любовь к Кришне, Верховной Личности Бога. А вторая предназначена для тех, кто не развил духовной привязанности и любви к Верховной Личности. Для преданных в такой категории существуют многочисленные правила и предписания, которым необходимо следовать, чтобы в конечном счете сердце появилась привязанность к Кришне. Две категории преданных. Одни обладают любовью к Кришне. Невозможно помнить постоянно о Кришне, если нет любви. Ни о ком невозможно помнить, если мы его не любим. Мы, конечно, можно помнить, если мы его ненавидим. Вот. Тогда у нас тоже хорошая память. Но о Боге не рекомендуется помнить с ненавистью. Это может плохо закончиться для живого существа. Поэтому лучше помнить с любовью. Но мы не можем постоянно помнить о Боге, если нет любви. И каждый спросит, ну и где ее взять? Да, я хочу, но что, не получается. Я смотрю в свое сердце, оно не отзывается. Не отзывается. Что вы от меня требуете, да, любви? У меня нет ее, нет. Да, я люблю родственников, да, потому что я их знаю, а Бога? Я его не знаю. Я не могу его полюбить. Все так думают, я его не знаю. Поэтому Кришна объясняет, как его полюбить. Нужно следовать многочисленным правилам бхакти-йоги. Бхакти-йога – это научный процесс. Где существуют правила? Где есть наука? То есть есть проработанная наука. Чтобы были правила, нужно это продумать, проработать. И Бог дает научное знание о том, как прийти к Нему. Чтобы эмоция проявилась, нужна правильная практика. Дальше. Бхакти-йога – это путь очищения чувств. Сейчас мы находимся в материальном мире, поэтому наши чувства, привязанные к материальному удовольствию, всегда остаются оскверненными. И не только чувства, но и центр деятельности этих чувств – ум. Вот что самое большое. Как только наши чувства осквернены взаимодействием с материальной энергией, оскверняется ум. И тогда мы не способны удержать его на звуках святого имени.
Он говорит, дай что-то повкуснее. Сколько можно повторять это Хари Кришна? Ты уже его повторял долго. Дай что-то более вкусное. Давай развлечемся. Да, потому что ум осквернен развлечениями материальными. Его нужно очистить в процессе практики. Садхана называется. Угу. С помощью бхакти-йоги чувства можно очистить, и тогда они непосредственно соприкоснутся с Верховным Господом. Хари и Бол. То есть ум может соприкоснуться с Господом, но только чистый. Да? Мы знаем, нам не нравятся грязные люди, правда? Если от кого-то плохо пахнет, мы отодвигаемся. Вот, если человек в грязной одежде, мы тоже отодвигаемся. Иными словами, Бог, Он самый чистый. Если мы хотим приблизиться к Нему, нам нужна чистота. И есть два уровня чистоты. Есть внешняя чистота и внутренняя. Внешняя чистота, мы каждое утро принимаем омовение, чистим зубы. Вот, все, в общем, все вычистили. Но есть внутренняя чистота. Ум, в котором то, что нам самим не нравится. Кама, кротха, лобха, моха, мада и мацари. Вожделение, гнев, жадность, зависть, безумие, иллюзия. Самим не нравится, правда? Ну, может быть, нас внутри, и мы это не сильно сопротивляемся этому, но в других там это не нравится, правда ведь? Когда мы видим, что у человека подобное качество, мы как-то То есть, иными словами, нам это не нравится, но в себе мы это, прощаем. Это качества, которые неприятны Господу. И они неприятны живому существу. Избавившись от этих качеств, обретя чистоту, Господь сам захочет нас увидеть. Таков метод. Мы следуем за духовным учителем. И когда приходит время, Бог сам захочет нас увидеть. Его нельзя заставить. Он наслаждающийся. Он Господин. Мы не можем от Него потребовать чего-либо. Мы можем только служить и надеяться на Его сострадательную природу. В материальном мире я могу служить какому-то хозяину, но я делаю это не из любви, а из желания заработать деньги. И хозяин также не питает ко мне особой любви. Он пользуется моими услугами и платит мне. Эти отношения основаны не на любви. Однако духовная жизнь требует от человека чистой любви к Богу, поскольку этого уровня можно, достичь этого уровня можно с помощью практики преданного служения, которое занимает наши пока еще оскверненные чувства. То есть есть, смотрите, есть самбанга, есть понимание, где мы. Мы в материальном мире, у нас материальные тела, которые болеют, стареют, умирают. Никому это не нравится. Как только у нас появляются морщины, нам это не нравится. Как только седые волосы, нам это не нравится. Как только выпадают зубы, нам это не нравится. Нам не нравится, что тело стареет. Нам не нравится, что оно умрет. Сколько ученых пытаются найти эликсир бессмертия. Все хотят стать бессмертными. То есть нам не нравится все это. Так почему же мы вынуждены получать это материальное тело? Потому что мы забыли о Кришне. Мы решили быть независимыми. Поэтому нам нужно независимое источник наслаждения, тело. Каждый из нас пользуется телом как хочет, правильно? Чего хочу, то ворчу. И в этом основа нашего страдания. Преданный постепенно принимает решение использовать тело, ум и чувства в прославлении Всевышнего. И тогда его страдания уходят. Но пока мы прославляем себя и тех, кто нам дороги, не избежать страданий. Тело временно, но плоды, которые можно получить с помощью этого тела, в преданном служении вечны.
Любовь к Богу дремлет в сердце каждого живого существа. В материальном мире эта любовь проявляется в самых разных формах, но она всегда остается оскверненной материальным влиянием. Поэтому так важно очистить сердце от материальной скверны и пробудить дремлющую в нем изначальную, присущую каждому любовь к Кришне. В этом суть бхакти-йоги. Склонность любить есть у каждого. Если мы не можем найти, кого любить среди людей, мы находим себе собаку, кошку и их любим. Да. Это смешно смотреть, как собака хочет в туалет. И разумное существо, человек с интеллектом, берет поводочек, идет за собакой и ждет, пока она сходит в туалет. А потом в западных странах еще нужно и убрать это, иначе тебя штрафуют. Да. Кто более разумен, человек или собака? Похоже, что собака. Потому что она заставила человека на себя работать. Поэтому эта любовь, которую мы ищем, может превратить нас в что-то ужасное. В слуг собаки, кошки. Но та же самая любовь, но в чистом виде, делает нас слугами Бога. Тот, кто родился, обязательно умрет. И снова родится. Если не станет поклоняться Господу и не обретет чистое сознание. Чтобы практиковать бхакти-йогу с ее правилами и предписаниями, нужно принять опытного духовного учителя и под его руководством следовать определенным принципам. Вставать рано утром. Совершать омовение, приходить в храм, возносить Господу молитвы, повторять мантру Хари Кришна, собирать цветы и подносить их божеству, готовить для божества вкусное блюдо, принимать просад и так далее. Смотри, сколько работы. Да? Встаешь рано и все время чем-то занят. Материалисты говорят, почему вы не работаете? Преданные говорят, когда нам отдыхать? Все время работает. То и вот описано, чем преданные занимаются. И все это для Кришны. Есть множество разных правил, которые я должен следовать преданным. Так ему необходимо регулярно слушать Бхагавадгиту. Регулярно. Что значит регулярно? Ну, видимо, раз в неделю, да? Ну, раз в месяц. Регулярно. Каждый день. Каждый день. Пищу мы помещаем в желудок каждый день. Регулярно. Если кто-то скажет, помещай пищу в желудок раз в неделю, мы будем против. Но это же регулярно. Но когда нам говорят, очищай свое сознание каждый день, читай Бхагавадгиту, обсуждай с преданными. Мы говорим, нет, это слишком сложно. Поэтому, и потом мы задаемся вопросом, почему я так медленно прогрессирую, почему мне тяжело. Потому что я не следую правилам бхакти-йоги. Я каждый день не наполняю наше сознание, свое сознание Кришной. Вот в этом проблема. Если мы не моемся каждый день, от нас плохо пахнет. Да? У нас не райские тела. Тела в раю, аромат тел в раю лотосов. Прекрасный аромат. От них не пахнет плохо, они не потеют. Но нам приходится мыться. Точно так же ум, если его не чистить, от него начинает вонять. Да? Замечали, иногда есть люди, с которым соприкасаешься, и вроде бы сверху ничего, но внутри воняет. Да? Ум воняет. То есть вот этими эгоистическими концепциями. Поэтому его надо очищать. Бхагавадгита, Шримад Бхагаватам, в изложении чистых преданных. Комментарий Шрила Прабхупады, это изложение чистых преданных. У нас есть много вайшнавов, которые могут помочь изучать это все. Подобная практика поможет вам развить любовь к Богу, и перед нами откроется путь, ведущий в Его Царство. Есть Царство Бога, в котором нет болезней, смерти, старости, рождения, страданий, Вайкунха. Только счастье.
только блаженство. И мы вслед за ачарьями призываем вернуться в это царство. Видя, какие страдания преследуют нас здесь, разве кто-то откажется вернуться в свой родной дом, где нет страданий? Духовный мир. Но это нужно делать под руководством духовного учителя. И тогда мы непременно достигнем успеха. И также для ознакомления, а может быть кто-то уже и сможет насладиться этой информацией, мы прочитаем, каковы анартхи или каковы препятствия, которые нам мешают в духовной жизни продвигаться. Бхактивинод Тхакур в Бхаджанарахасе цитирует Амная Сутру и говорит: «Живое существо, привлеченное майя, характеризуется четырьмя типами анартх. Слабость сердца, хридая даурбалья, склонность совершать всевозможные оскорбления, апаратха, материальное желание, асаттришна, и пребыванием в иллюзии относительно духовного знания, татва вибрама». Итак, слабость сердца, склонность оскорблять, материальное желание и отсутствие духовного знания или иллюзия относительно духовного знания. В свою очередь, иллюзия относительно духовного знания бывает четырех видов. Иллюзия в отношении своей собственной природы – это сва-татва брама. Пара-татва брама – иллюзия в отношении Верховной Личности Бога. Садья-садхана брама – иллюзия относительно садхи, садханы и према-бхакти. То есть иллюзия относительно практики и цели. И виродха-вишая брама – иллюзия относительно того, что неблагоприятно для сознания Кришны. Материальные желания бывают также четырех видов. Стремление к материальным объектам, стремление к райскому комфорту. Видите, как по уровням счастья, да? Материальное счастье в материальном теле, в грубом теле. Райский комфорт в тонких райских телах. Желание обладать мистическим могуществом – это ситхи. Еще выше планеты, ситхов. И желание освобождения. Еще выше. Брамаджоти. Это все материальное желание. Оскорбление святого имени бывают. Оскорбление тоже бывает четырех видов. Оскорбление святого имени, оскорбление по отношению к образу Господа, оскорбление преданных и оскорбление по отношению к другим живым существам. И четыре вида слабости сердца. Привязанность к объектам, не связанным с Кришной. Склонность к обману и поиску недостатков. Зависть и стремление к славе. Эти анартхи производят на свет шесть врагов. Кама – кротху, лобху, моху, маду и мацарю. Вожделение, гнев, жадность, иллюзию, гордость и зависть. А также порождают шесть волн. Шоку, моху, кшут, пипасу, джару и мритю. Страдание, иллюзия, голод, жажда, старость и смерть. Если не искоренять эти анартхи, росток преданности не сможет окрепнуть. Хари Кришна. Для того, чтобы не вести монолог, но попробовать диалог, я предлагаю тем, кто испытал желание задать вопрос, или высказать свое понимание в данных темах, присоединяться к беседе. Какие сомнения, вопросы? Да, вот у нас. Харе Кришна. Харе Кришна. Вот одним из высказываний вы говорите, что как бы оскорбление святого имени, да? Ну, я слышал, что вот воспевание, когда мы не полностью концентрируемся, либо отвлекаемся.
Но как это может быть оскорблением, если мы стремимся к Кришне, да, и пускай мы идем, допустим, где-то, может, совершаем ошибки, но намерения-то благие, Кришна же видит, да, наши старания и стремления к Нему. Почему же это считается оскорблением? А, что вы сказали? Почему это считается оскорблением? Вот сейчас что вы почувствовали? В моем поведении. Я просто сразу не понял. Я думаю, что многие заметили, да, что я был невнимателен к вашим словам. Я отвернулся, смотрел куда-то, да, и потом даже спросил, что вы там говорили. Неприятно. Да, то есть, если вы поймете, что вас игнорируют, вам неприятно. Бог – личность. Если мы начинаем его звать и при этом игнорируем, ему неприятно. Вот это и есть оскорбление. Можно тогда еще вопрос? Богу это не нравится, Бог – личность. Обижается – это наша концепция. Обижается – это наше представление. Меня не оценили. Бог не обижается. Но ему неприятно общаться. У него есть с кем общаться, кто очень к нему внимателен. Нет. Никогда не испытывает страданий. Это материальное представление. Сейчас, я извиняюсь, мы еще не закончили с молодым человеком, да. Вопрос вот тогда такой. Если Бог, предположим, что это как отец наш, да, мы его дети, то разве как бы может, могу ли я оскорбить отца тем, что я что-то делаю неправильно, хотя я стараюсь делать правильно? Ну вот маленький ребенок, он ошибается. И почему я должен как бы из-за этого там оскорбиться, что вот он сделал неправильно? Он же старается правильно, я же его учу как бы. Угу. Хороший вопрос. Когда старается правильно, но не получается, это не оскорбление, это очистительная стадия повторения святого имени. Когда мы стараемся, но у нас не всегда получается. А вот если мы перестали стараться, то есть мы начинаем повторять невнимательно, не получается. Ну и ладно, сегодня повторю невнимательно, ничего страшного. Вот тогда оскорбление. Когда мы стараемся, это не оскорбление. Когда ребенок пытается подняться с земли, родители над ним не насмехаются. Но если он лежит все время, говорит, а я не буду стараться, зачем оно мне надо? Вы и так меня кормить будете. Но это уже проблема. То есть, если мы стараемся, это не оскорбительное, это очистительная стадия. Да. Или... Получает. Можно получает. Повторить для трансляции вопрос. Угу, для трансляции повторить. Если человек в насмешке повторяет святое имя, является, получает ли он благо? Получает, но не полное. Насмешки или из страха, или передразнивая кого-то. Это намабхас. Это не шудганам, но и не оскорбительное. Оскорбительное, когда мы ставим такую задачу. То есть люди просто повторяют, о, эти Хари Кришна. Они не пытались никого оскорбить. Или они просто передразнивают, Хари Кришна, Хари Кришна. Они не пытались оскорбить. Поэтому Господь считает, что такое живое существо может получить благо. Не полное благо, но получит. Гавинда Кайрашпур. Хари Кришна. Вот возник вопрос, ну вот в процессе обсуждения насчет того, что нравится Кришне или счастье Кришны, да, что делает его счастливым. И вот могли бы вы поделиться вот пониманием, то есть что действительно, ну то есть разница в концепциях счастья, потому что наше счастье – это один вид счастья, а счастье Кришны – это другой вид счастья. И очень часто, когда мы говорим «Кришна счастлив», да, мы накладываем нашу идею, что вот Кришна счастлив,
А вот каково же его счастье? Mm-hmm. Чем он счастлив? Да, наша идея основана на том, что я в центре, эго, я Бог. И если меня прославляют, я счастлив. Если меня ругают, я несчастен. Если ко мне хорошо относятся, я счастлив. Если не очень хорошо, я несчастен. Вот это наша концепция счастья. Бог всегда счастлив. То есть нужно из этого исходить. Он всегда находится в состоянии трансцендентного блаженства. Когда же живое существо, пытаясь взаимодействовать с ним, делает это неправильно, то страдает само живое существо. И Богу это не нравится. Он недоволен тем, что мы страдаем. Сам он не страдает. То есть его желание, чтобы все живые существа были счастливы. И если у кого-то не получается, то Господь не хочет этого. Ему это не нравится, что у кого-то не получается быть счастливым в служении ему. В этом разница. Бог действительно в центре. И при этом не зависит от живых существ. Он не зависит от своих энергий. Все энергии принадлежат ему, но он от них не зависит. Поэтому он счастлив, когда счастливы другие. А когда другие несчастны, он не испытывает. Он испытывает как бы беспокойство. Но для того, чтобы понять Бога, мы не можем понять его на нашей материальной концепции. Потому что мы не можем быть Богом. У нас нет такой потенции быть Богом. Разве каждая отдельная душа – это не распространение энергии Кришны? Да, это распространение энергии Кришны. И, то есть мы с ним едины? Да. Но в то же время отличны. Это концепция, которую Господь Чайтанья усовершенствовал в философии. То есть он принес эту концепцию. Одновременное, ачинтья бхеда бхеда таттва, одновременное единство и различие живого существа и Бога. Мы одновременно едины с ним, то есть нас нельзя отделить от Бога. Но с другой стороны мы отдельны, мы личность. Только тогда возможна любовь. Только тогда возможны взаимоотношения на уровне свободы. Нет. Нет. У Кришны отдельное видение. Оно называется сознание Кришны. А живые существа могут быть в сознании Кришны. То, что называется духовные планеты Вайкунхи. Или быть в иллюзии материального существования. То, что называется Деви-Дхама. Материальный мир. Поэтому нет. Бог с одной стороны един с нами, с другой стороны отличен. То есть можно сказать, что через чистых преданных Кришна может воспринимать этот мир или нет? Они же в сознании Кришны. К чему вообще ограничивать Бога? Он находится в сердце каждого, в каждом атоме. Он осознает всю реальность настолько, насколько посчитает это необходимым. Ну, к тому, что чувства Кришны принадлежат. Хришикина, Хришикеша. Чувства, что они Кришне принадлежат. Да. Чувства принадлежат Кришне, но мы их используем для собственного чувственного наслаждения, и Кришна этим не наслаждается. Материальной энергией он не наслаждается. А нашим он счастлив, когда живое существо, вместо того, чтобы смотреть наружу, на материальный мир, начинает смотреть вовнутрь, в сердце, где находится Господь рядом. Две птицы сидят на дереве. Джива и Господь. И живое существо клюет плоды материальной, этого дерева материального существования, а Господь за ним наблюдает и ждет, когда же оно обратится ко мне и снова вернется в свое счастливое состояние. Да, Господь счастлив, когда мы снова возвращаемся в свое сознание к Нему. Поэтому, если мы правильно повторяем Святое Имя, мы становимся счастливыми, наше сердце наполняет счастьем. Это счастье Бога. От того, что мы снова к нему повернулись. И испытываем его в себе.
испытываем его присутствие рядом с собой. Когда мы говорим в себе, мы должны понимать, то, что вот сейчас говорит, машет руками, ходит в очках и так далее, это машина. Это машина. Более того, есть грубая машина, которую мы видим, а есть тонкая машина. Это ум и разум. Эго. Ум, разум, эго. Тонкая машина. И ума не видно. Правда? Но когда его нет, сильно заметно. Правда? То есть... Личность, да. Материальная личность – это все равно тонкая машина. Тонкая машина. И грубая машина. С помощью грубой машины мы действуем в этом мире. И с помощью тонкой машины мы тоже действуем. Мечтаем, желаем, планируем, помним, ненавидим, любим. Все это тоже тонкие эмоции в тонкой машине. Но это не душа. Душа наблюдает за этим через ложное эго. И думает, я счастлива, я страдаю. Точно так же, как мы, зачем люди ходят в кинотеатр на ужастики. Там же ничего опасного нет. Но почему так страшно? Да? Потому что они отождествляют себя с происходящим на белом холсте событиями и пугаются. Хотя им никакой опасности кинотеатр не преподносит. Правильно? Монстры с экрана не выпрыгнут. Слава Богу. Точно так же мы сейчас наблюдаем за тем, что происходит, и думаем, я в опасности. Но Кришна объясняет Арджуне сразу, ты не можешь быть уничтожен, ты неуничтожим, тебя нельзя сжечь, нельзя разрушить никакими материальными способами, тебя нельзя разделить на части, ты вечная душа. Поэтому все страхи живого существа не более чем страшный сон. Человек во сне видит, как на него нападают волки. И он пугается. Потом просыпается, говорит, это был сон. Это сон. Но во сне было страшно реально, да? Замечали, иногда бывает, во сне реально страшно. Но вы просыпаетесь и понимаете, это был сон. Сейчас нам реально страшно. Это просто сон. Мы проснемся, когда обретем сознание Кришны, мы проснемся и будем вспоминать это как страшный сон. Когда вернемся обратно к Богу. А вот эта вот часть нашей личности, которая как наблюдатель, ну, в общем, она наблюдает все, что происходит внутри нас, снаружи нас, то есть она находится выше уровня души? Нет, это и есть душа. Душа и есть наблюдатель. Нет, почему? У души есть эмоции, но в материальном мире они сейчас не проявлены. Это часть, которая ощущает себя... Я есть. Душа, вот это вот, я есть. А дальше, что я есть, это уже материальная концепция иллюзии. Я есть мужчина, я есть женщина, я есть собака, я есть лошадь. Это разные концепции иллюзии. В каждом живом существе, вне зависимости от формы, которую мы видим, одинаковая душа. С точки зрения души мы все равны. То есть, когда мы видим идущую рядом собаку, с точки зрения души мы равны. С точки зрения тела мы различны. Взаимодействовать нам приходится с точки зрения тела. Мы не станем с ней целоваться, потому что мы разные формы жизни. Но с точки зрения души, Брама, Видьявиная Сампане, Брамана Гави Хастини. То есть с точки зрения души мы едины. Со всеми живыми существами. Все, что живое, мы такие же. Душа нет. А, нет, душа, это тонкое тело. Угу. Тонкое тело. Вот это вот чистое восприятие, которое, ну, каждое живое существо... Которое не связано с материальными эмоциями. Да. Чистое восприятие, не связанное с материальными эмоциями, это душа. Но у души есть духовные эмоции. Они сейчас недоступны из-за того, что они, подобно тому, как огонь в дровах есть, но недоступен на данный момент. Нужно поджечь снаружи. Если мы подожжем, то дрова загорятся. То же самое, когда духовное знание через духовного учителя зажигает в нашем сердце пламя духовной жизни, мы сможем ощутить духовные эмоции. А чувство единства через душу, получается, духовная эмоция?
Единство с чем? Единство со всеми остальными душами. Да, это осознание Брахмана. Это первое осознание Верховной Личности Бога, осознание Брахмана. Единство со всеми живыми существами – это осознание Брахмана. Первый уровень осознания Бога. Второй уровень – это осознание Параматмы. Когда мы понимаем, что в сердце каждого, в том числе животных, растений, всюду присутствует Господь в форме Параматмы. И в этом случае мы понимаем, ни в коем случае нельзя оскорблять это живое существо или причинять ему страдания. Внутри Бог. Это храм Бога. Точно так же, как у меня в сердце Бог – это храм Бога, так и там, во всех телах. Это храмы Бога. Это второе сознание. Еще ближе к Богу. И третье сознание – это личности Бога. У Бога, кроме всего вот этого, есть еще личностная форма – Шьямасундары. Прекрасная форма, привлекающая все живые существа. И она нематериальна. В ней нет ни грамма материального, материальных концепций. Она полностью духовна. То, что мы сейчас не способны ощутить с помощью наших инструментов, ограниченных инструментов. Ну да, то есть все наше описание личности нельзя ни в коем случае с ней отождествлять, потому что она превосходит все это бесконечно. Она бесконечно превосходит. Да. Но шастры описывают, как выглядит Господь. Шастры описывают, чем Он занимается. Шастры описывают Его окружение, Его близкий круг общения. Это все описано. Но он как бы так выглядит глазами человека, то есть все существа якобы так его воспринимают? Нет, он вечен, его форма вечна. Человек, как мы себе представляем, вот этот мы, это творение по образу и подобию. То есть это не он сотворен нами по нашему образу. Да? Не то, что мы решили, что если есть Бог, он будет выглядеть как мы. Нет. Есть такая идея, без сомнения. Это называется, когда люди не обладают знанием, но пытаются разобраться. Но знание есть. Если бы Бог не дал знания, мы бы никогда не разобрались. Бог существует. Наши тела похожи на Его тело. Ну, знаете, золото и металл, они тоже... Ну, железо и золото это тоже это и то металл, но только у золота одна цена, а у металла немножко другая. Поэтому форма похожая. Господь имеет тоже двурукую форму. И даже нет, не так. Он имеет двурукую форму, и мы тоже. У него бесконечное множество форм. Анади рупам, ананта рупам. Безграничное количество форм. Брама Самхите, Господь Брама говорит. Чинтамани пракарасадма сукал паврикша. То есть там множество форм. Бог не ограничен формой. Мы ограничены. Да. Мы не можем менять форму. Бог имеет безграничное количество форм. Говинда Кирашпру. Ну, если позволите, я хотел маленькую дополнение сделать. Тут можно еще добавить одно понимание. Что Господь является источником всех энергий, а мы вот одна из этих энергий. И вот это свойство нашей пограничности, то есть оно не зря называется пограничностью. Почему? Потому что у нас есть вот этот вот выбор, вот этот. Либо обращать внимание на его внешнюю энергию, либо обращать внимание на его внутреннюю энергию. То есть это наше неотъемлемое свойство. То есть вот мы такие. У него безграничное количество энергии, которые есть, ну, они пользуются внутри его как бы творения, в этой части творения. Но вот мы такие, поэтому мы, ну вот как было выше описано, то есть мы выбираем один из двух видов деятельности. Да. То есть, мы пограничники. Пограничное означает, что мы попадаем под влияние. Мы можем попасть под влияние внешней энергии Господа или внутренней. Приводится пример тата, татастха шакти. Это тата означает берег. И мы знаем, когда на берегу стоишь, когда волна накатывает, то песок покрывается водой. Потом вода уходит, и песок открывается. Вот это живое существо, тата, пограничная энергия. Когда духовная энергия действует, мы в духовном мире. Когда материальная, мы в материальном. Спасибо большое за такое хорошее разъяснение. Я хотел спросить, вы в конце прочитали про четыре вида анартх, да?
И это 4 на 4. 4 на 4 – это просто такой груз вообще, представляете? И вот каждый разумный, адекватный человек, он понимает, что у него есть этот набор, да, у каждого. И такой думаешь, ого, что же с этим делать, как же с этого выбраться, да? Харе Кришна, что делать? Да? И вот и можно подумать, я же искренне уже стал на путь бхакти-йоги, уже искренне практикую, но такой груз вообще, что же с этим делать? Господи, Харе Кришна, помогите. Харе Кришна. Да, спасибо за вопрос. И просто чтобы ответить на него как бы в продолжении в той же книге. Однако все эти анархи уйдут прочь, если совершать намасанкиртану. В Шримад-Бхагаватам 1.1.14 сказано: «Живые существа, запутавшиеся в хитросплетениях рождения и смерти, могут немедленно освободиться, стоит им даже неосознанно произнести святое имя Кришны, которого боится сам страх». Харе Кришна. Поэтому метод ничем не отличается. Мы повторяем святое имя для того, чтобы очиститься, для того, чтобы повторять еще лучше святое имя. Не для того, чтобы просто очиститься, а чтобы, очистившись, повторять еще лучшее святое имя, чтобы еще лучше удовлетворить Бога. Цель не очищение, цель счастье Кришны. Но в процессе мы очистимся. Тогда, может, существуют еще какие-то более методы, которые быстрее могут очистить нас. Допустим, мы можем медитировать на то, что это процесс, он очистит нас, да? А можем медитировать... Ну, повторять святое имя для того, чтобы очиститься, или повторять святое имя для того, чтобы доставить радость Кришне? Да. Это не другой процесс, это разное умонастроение одного и того же процесса. То, что вы сейчас описали. То есть один и тот же процесс, но в разном умонастроении. Имеется в виду, что мы повторяем святое имя, да, мы участвуем в Харинама Санкиртане. Ну, вот этот груз, он же висит и давит, и давит. И давит, иногда меньше давит, иногда больше давит. Харинама, Харинама, Харинама и Вакавелам. Калау Насти, Ева Насти, Ева Насти, Гати Ранитха. Нет другого пути в Кали-Югу, кроме повторения святого имени Господа, чтобы избавиться от того груза, который на нас непрерывно давит. Надо за него только не держаться. Знаете, как вот мы несем, как вот эта история, да? Человек несет на спине вязку дров. Она упала, бабушка несла, да? Не знаю, почему бабушка. Ну ладно. Вот. И этот, что с дедушкой не могло это произойти. Вот. И молитвы: «Господь, пожалуйста, помоги», Господь появляется. Она говорит: «Пожалуйста, положи мне обратно эту вязанку дров на плечи, не могу поднять». То есть, когда Господь, мы молимся Богу, мы должны оставлять материальные желания. Если мы держимся за них, Господь не будет отбирать. То есть признак того, что мы правильно молимся Богу, да, эти материальные желания будут уходить. Да, да, будут уходить. Будут уходить, и это естественно. Мы не местные. И, соответственно, местные желания нам не подходят. Понимаете? То есть Прабхупада объясняет, что этот процесс преданного служения, он насколько могущественный, что как только живое существо с ним начинает соприкасаться, оно тут же чувствует облегчение. Да, да. Но соприкасаться нужно правильно, опять же. Мы же читали о том, что нужно избавляться от оскорбительного отношения к святому имени. У нас есть 10 оскорблений святого имени, и сейчас мы это уже обсуждать не станем. Вот есть 10 оскорблений святого имени, поэтому нужно повторять в правильном умонастроении, в правильном. И тогда мы достигнем успеха, и тогда... то счастье, которого мы всегда жаждем, то блаженство, о котором мы мечтаем, оно появится. Это может быть не произойти быстро, но это произойдет. Не быстро, потому что мы медленно отказываемся от материальных концепций. Нам они нравятся, они нам по сердцу. Поэтому медленно от них отказываемся. А существует какой-то метод, чтобы вот взять и отказаться? Харинама, 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 Ива Кевала. Не, ну у человека же не доходит. Харинама, Харинама, Харинама. А если даже так не доходит? Харинама, Харинама, Харинама. Ива! Все равно это один метод. Также мы изучаем священные писания. И изучение священных писаний ничем не отлично от повторения святого имени. И наш разум крепнет. Кришна говорит: возьми меч разума, заточи его знанием и разруби эти материальные привязанности. Поэтому да, мы изучаем священное писание для того, чтобы наше повторение стало правильным.
Я хотел еще добавить, что есть еще такой очень мощный метод, который называется общение со святыми, да? Общение с преданными. И когда мы встретим, мы вымолим о том, чтобы встретить такого преданного, который может сказать нам пару слов, которые глубоко в сердце зайдут. И это очень может быстро изменить наш ход жизни. Да, Прабхупада в Шримад-Бхагаватам говорится о том, что нужно общаться с Бхагаватами. Бхагаваты два вида. Ходячий Бхагавата – это духовный учитель. И книга Бхагавата. Вот, Шрила Прабхупада дал нам прекрасные комментарии. Читая их, мы общаемся со Шрилой Прабхупадой. Шрила Прабхупада дал нам прекрасное общество, вайшнавов. Общаясь с вайшнавами, мы общаемся со Шрилой Прабхупадой. Естественно, мы же не будем сами изучать Шримад-Бхагаватам. Мы знаем, что когда люди начинают сами изучать Бхагавад-гиту, то после первой фразы «Дритараш траву вача» у них пропадает желание дальше изучать. Но с вайшнавами это интересно. Хари Кришна, спасибо всем. Прекрасного воспевания всем. Постарайтесь в умонастроении не «я хочу что-то получить от святого имени», а я хочу прославить Господа, произнося святое имя. Тогда будет больше успех, чем мы ожидаем. Хари Кришна, Ванча Калпатрубища, Крипа Синну, Бевача, Патитанам, Паваны, Пивайшна, Вайбина, Манамаха, Хари Кришна. Шрила Прабхупада ки джай, Вайшнава Санга ки джай.